Утро седьмого дня. Проснулись. 6 утра. Горы над облаками возвышаются. Но они уже немножко уменьшились облака. Начинаем спуск к некому озеру. 300 метров, 200 метров вниз. По очень такой сумрачной стежке. Очень веселый спуск. Хер пойми, как идти здесь. Идем чисто как идется. Тропинок, ничего нет. Счет 2-0 в мою пользу. Ну что, дошли до озера. Своей горочки чудесной мы только что спустились. Погода изменилась за 2 минуты буквально. Из тумана превратилось в солнечное, вообще яркое все. Вообще капец. Как оно все быстро меняется. Вообще обалдеть. Раз такое дело, раз в час. Слушай, как еще? Для тех, кто смотрел фильм «Гла», посвящается данный выпуск. Вот идет туча. Из нее доносятся странные возгласы. Денис пошел на разведку. Туман требует жертв, и вон 2 добровольца. Наше счастье жить такой судьбой.